Но нам нужно научить движение по прямой. Вот. То есть, если мы, например, посадим собаку вот так, то есть из этой точки, где сидит собака, она не попадает туда. То есть мы должны точку под собаки, собаку, вот где ее посадить, выбрать так, чтобы вот с этой точки, где она будет сидеть, видеть все три по прямой. Бежим уже, да, чисто по прямой практически. То есть сажаем, если вот красота, давай спаниеля.